Всем привет, дорогие подписчики и друзья этого канала. В общем, мы начинаем проходить новую игру. Она, по сути, не совсем Doom. Это, я так понял, на порте сделана Wolfenstein. Вот, я не горячий поклонник Wolfenstein, хотя и начинал, собственно, играть именно с него. Любовь появилась. Но, в принципе, я ничего против абсолютно не имею, то есть... В целом, игра на то время была для меня тоже таким родом, как бы это сказать, новой игры такой, ну, то есть на то время было, конечно, круто. Так, ну ладно, так, я тут немного, так, yes, ну начнем с ветерана, я не знаю, я же не думаю здесь как не как на Итмары. Печка. Итак, это похоже наше село. Ну как наше, не наше, а в котором мы объявились. Дорога перекрыта вот интересным таким вот методом. Даже не знаю, что это. Главное отличие от Дума в том, что здесь сугубо все строится по сетке. То есть вот такими вот кирпичами, да? То есть он буквально плоский. Здесь нету уровней вверх-вниз. Так, и вот мы нашли уже какие-то патроны. Хорошо. Главная причина, по которой мне не очень нравится Wolfenstein. То есть, ну, на то время было интересно, конечно. Но меньше всего меня привлекает битва с нацистами там... фантастическом таком вот стиле, то есть, да, тем не менее, в отличие от того, что было, эта версия мне гораздо больше нравится. Более того, кстати, Wolfenstein там ходилось, если мне не изменяет память, сугубо тоже по сетке. Ну, это я не точно помню, так. Это что еще такое? Где-то слышно, похоже, корову есть. Нужен золотой ключ. Ладно. Такие светильники забавные. Блин, вот интересно, как-то по-новому все изучать. В этом есть. Действительно. Что-то забавное. Довольно прикольное небо, кстати. И забавный подход такого... скайбокса. Но судя по деревьям, у нас осень. Так, хорошо, а что это за мужик-то? Давайте подойдем. С виду мне казалось, это какой-то думер. Но нет. Это селянин какой-то. Так. Так. Так, чё. Выбрать я ничего не могу, да? Так говорит, вроде чем я могу помочь. Примерно. О, конь. Прикольно. О, там, кстати, еще один мужик. Да, забавно, кстати, еще один элемент, то, что можно разговаривать с людьми. Это довольно забавно. Так, еще один ключ нужен. То есть игра такая не просто стрелялки, она как-то более такого квестового, да? Так, это кошачий корм или что это? Похоже на то. Ладно, ладно. Так. Куча дверей. И... многим нужен, кстати, золотой ключ. Так. Простите меня. Могу ли я попасть в село, да? Я правильно понял? Так.
так, так, так. В общем, меня, похоже, здесь никто не знает, и помочь, собственно, мне никак не могут. А вот и корова, кстати. Коровки, пропустите меня. Так, что-то я не понял. Что-то коровы... А, господи. Туплю. Лесо какое-то. Село такое насыщенное, и главное, мне нравится такая фоновый. Что-что-что? 500 очков дали. Я нашел какую-то книгу. Так, туда нам, похоже, пройти нельзя. Золотой ключ, конечно. Такой зеленый туман. Так, с тобой мы, по-моему, уже разговаривали, да? Да. Так, что же я должен сделать? Водички не взять. Давайте пойдем в другую сторону. Сюда мы... Что ж так громко-то? Коняшка. Так, хорошо. Здесь мы были. Я так понял, ни в какую дверь. Так, это свинарник, похоже. Я так понял, ни в какую мы дверь пока не зайдем, пока не соберем хоть какой-то ключ. Так, а свинопаса, похоже, нету. Окей. О, кузня. Обожаю кузни. А вот и кузнец. Так, что-то он мне начал рассказывать. Ты контактируешь? BG, добро пожаловать. Ключ спрятан за стеной в правом углу этого барн. Это сарай, по-моему, да? Этого сарая. С этим ключом ты сможешь попасть в село, наверное, если правильно перевел, и встретить твой контакт. Удачи! Ну ладно. Так, этого сарая, да? В углу! Ты нашел секрет. Интересно, это просто секрет. О, серебряный ключ. Вот это мне нравится. Я не... Мне кажется, или где-то джип едет. Наверное, уже с немцами. Ладно. Теперь придется пробовать все двери, где и искать, куда же подойдет ключ. Я помню, что дверь такая была точно. Так. Золотой. Золотой. Ой, я куда-то еще попал. По-моему, я совсем с другой стороны зашел. Это похоже на конюха. Так, это тоже, похоже, рады. Ты знаешь, кто... Так-так-так-так-так. Кто доверяет, да, по-моему? Или... Не, провайдер. Кто сможет доказать мне... Хрен его знает, как оно точно переводится, но... Так. Вы здесь встретите Бориса. Он работает в сарае. В этом сарае. С юга... на юг отсюда. Он покажет тебе, где находится ключ, я так понимаю.
Что ж такое провайдер? Блин, знакомое слово, но, блин, забыл я. Давайте потыкаемся по углам. Нет. Зашел в какой-то сарай. Проходы такие, с одной стороны, вроде бы и очевидные, да? В то же время нет. Так, винтовки нашел. Патроны. Так, 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 так. На юг. Мне интересно, где юг? Можно по-другому предположить, да? Но я не думаю, что это сработает. То есть, по сути, сейчас солнце, ну, наверное, заходит. Закат. Значит, там запад. Если там запад, значит, там юг. Если там юг, там должен быть какой-то сарай. Но, судя по всему, там надо как-то обходить. Карты у меня нету. Так что, да, приходится... ой. Похоже, я прошел. Хорошо, мы пока же попали в самое село. Ой, здесь начинается какой-то самый настоящий Skyrim. Так. Итак, я хотел бы проверить для начала звук. Мне кажется, вот слишком громко. Секундочку. Итак, продолжаем играть. Хорошо. Собственно, звук нормальный. Хотя у меня по ушам бьет нормально. Ну да ладно. Так. Что здесь происходит? Так, нацисты собираются устроить здесь контрольные проверки всякие в этом селе, но будь спокоен. Чё? А, найди этого фермера, короче, по курицам. Он должен работать в этом сарае, спроси у него помощь. Окей. Фермер по курицам. Ну, это так, быстро перевел просто. По сути, просто фермер, можно сказать. Так. Золотой ключ. Опа. Патруль. Нож, нож. Ну да, надо по-тихому как-то. Я не знаю, стоит ли это того. А! Ни хрена себе рубит. Нет, это явно того не стоило. Ах ты ж. Звук, кстати, нормальный такой. О-о-о! Да как так? Так. Хорошо. Не, нож какая-то фигня, короче. В топку. Воевать так воевать. Нормально. Немцы. Ага. А вот и этот фермер, похоже. Черт. Пусть сюда идут. Сейчас здесь за углом их всех порешаем. Анимация, кстати, довольно приятная. Да как так? Да, надо было полегче, похоже. Ну ладно. Попробуем еще раз. Фух. Так. Это что еще за фигня? Секундочку. Так, продолжаем.
Так, вот, собственно, этот фермер. В принципе, с ножа можно убить. Таким мегапорезом. О, блин, здесь даже крыша протекает. Конечно, сделано непросто. Видно, что есть вот такая вот лужица, есть вот такая. Под ним сделать просто нельзя. То есть, как вы поняли, что я имею в виду сеткой, то, что здесь разбито четко по квадратам, и, как бы это сказать, один предмет загораживает сразу всю клетку. Так, ну ладно, неважно. Где я могу найти ключ? Ключ вы можете найти с левой стороны этого сарая за стеной. Что-то у вас все прям в секретах. Золотой? Окей. Ладно. Котейка. А где-то я видел здесь, была дверь. Хорошо, но уровень я не прошел, как бы. Так, 500 points. И, я думал, взять можно будет. Ладно. Так, ты кто? Ты меня не выгонишь? Что-то он скалится. Или он пытается мне что-то сказать, но... Нет, похоже, дела не будет. Ладно. Либо пока смысла нету. За что? Ой-ой-ой. Нифига себе, кажется, там кому-то в голову попал. Блин, беда в том, что целиться довольно неудобно. Да ё-моё, ну... О-о-о. Так, секундочка. Итак, дошел я снова до этого места. С ножа убил буквально с первого раза. Не знаю, как это получилось. Но, видать, похоже, нож не такой безнадежный. Так, мы постараемся все-таки охрану снять с ножа по максимуму, да? По-тихому. Забавно вот эти патрули такие наблюдать. Так, так, так. Ух ты ж. Блин. Напугал. О, здесь так комфортно. Прикольно, что... Господи, как я попал? Уже скилл растет. Ребята. Черт. Господи, 17 хелов. Ну елки-палки. Блин, я даже не записываюсь. Итак, продолжаем. Меня все-таки как-то заметили каким-то чудом. Я уже не собираюсь загружаться. Будем бороться, так сказать, до конца. Попал. Не знаю как. Ух! Давай! Ну что ж ты будешь делать? Так. Я сохранялся. Я думаю, нужно срочно в дом. Ай! Да что ж ты будешь? Все, 9 жизней. Да. Фу. Так, в другой дом забежим. Кот, прикрывай тыл. Так, 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 так. Поесть. Это чем-то
начинает напоминать Counter-Strike. Такой Ацтек, что-то вроде того. О, нет. Все, две жизни осталось. Блин, я не могу точно прицелиться. Он... так, секундочку. Давайте немного поуплавнее сделаем, потому что я просто не успеваю. Так. Вот так вот где-то занизим. Хорошо. Так, а что вот это? Так. Так. А здесь даже перезарядка есть? Медкит использовать... блин, такие вещи, которых я еще даже не знал. Окей. А в принципе, может... стоп. Надо, может, совместить мышку. Как-нибудь. Попробуем. Так гораздо легче. Единственное, открывать двери не очень удобно. Хотя если на среднюю кнопку как-то забиндить. Оп. Хорошо. Так. Фу. Так. Короче. Нафиг клавиатуру. Так, секундочку. Все-таки я сделаю. Так. Вот так. Вот так вот. Такс. Ну и нормал. Погнали. Конечно, стрейфиться, в принципе, тоже можно, но зажимая клавиш, как вы поняли. Немножечко неудобно, но в целом. Так, а что там такое белое? Село такое мрачное. Да, это похоже аптечки. Это то, о чем я думаю. Так, закройся. Фух. А, и сразу использовал, да? Окей. А, ну я понял. Короче, если жизни мало, он сразу использует. Окей. Так. Это что, окно? Так, давайте перезарядимся. Отлично, 100%. Есть кто? Фашисты. Черт. Ладно. Унитаз. Нормально. Так, аптека. Я подумал аптеку все-таки оставить как запасной вариант. А так, давайте, собственно, еду.
О, даже буржуйчика есть. Прикольно. О, хорошо. В такой день, да? Посидеть. И коврик все есть нормально. Так, мужик. Все нормально. Мужик. Ладно. Я у тебя в квартире посмотрю, нет ли здесь нацистов. Ладно, мужик, все чисто. Так, жалуюсь, сохранюсь. Да. Так, а здесь я был? Видимо, нет. Аптечку все-таки надо будет, кстати, забрать. Она для меня дорого. Так, мужик, я тебе обещал не заходить. Все. Живи. Спокойно. Бэ. Да ладно. А, похоже, это не те аптечки, есть какой-то, похоже, другой вид аптечки, которую можно брать с собой. Ну ладно. Хорошо, пойдем по часовой стрелке, собственно. Не понял? Нет! Давай, выходи. Блин, он с той стороны был, я его даже не видел. Он там не один, кстати. О! Хедшот. Так, хорошо. Пожрём. Фейс у нашего главного героя такой подбитый. Люблю наблюдать за фейсом. Это всегда так прикольно. Так. Король. Эти тёлки меня не пропускают. Так, ладно. А пристрелить можно? Ладно. Просто проверяю. Пожалуй, пойду за аптечкой. Так. Что-то мне это место не нравится. Ну как так? Фу. Как чувствовал, да? Блин, где я нахожусь-то? Так, мужик, я у тебя был, да? Я как чувствовал, что надо там сразу стрелять буквально. Как только увидел. Ну ладно. Так, помню, мне здесь тоже покосали нормально так. А где ж второй? Понял. Здесь вроде бы ничего, да? А, ведь есть. Еда.
Так, запишемся. Погнали. Мужик. Мужик, извини, что я... Ух ты, здесь два мужика. А, это похоже таверна, да? Какая-то. Что-то про таверну там писалось, я помню. Так, хорошо, здесь можно немного подхелиться. Нормально так. Давайте поговорим. Так, то ли я глухой, то ли... Да, похоже, я глухой. Ладно. Вау! Да. Вот сволочи, какие же они резкие. Ладно. Окей. Со стрейфом было бы, конечно, проще. Стрейф здесь не такой, как... Не так работает, как хотелось бы. Ну да ладно. А может, я просто не могу настроить. Так, хорошо. Господи, мужик меня напугал. Ты кто такой? Понял. А винтовочки уже там не берутся. А это я вернулся буквально на старт, я понял. Ух ты. Квартирка мне уже нравится. Мне особенно нравится вот этот переход звука, когда ты заходишь в дом, и сразу вот этот звук дождя приглушается, он так прикольно. Чувствуется такой уют. Это просто бомба. О, мужик. Ты один? С собой чай иду съел. Ем все, что можно. Нужны калории. Кот? Ты ж кот или... Корм-то собачий? А, ну, в принципе. Коты все едят. Как и собаки. Патрончики мы заберем. Серебряный ключ. Ладно. Что-то я запутался, как я пошел. А, все, понял. Ты вроде тоже ничего, да? Не скажешь. Серебряный. Серебряный. Ну, в принципе, здесь двери отличаются, к которым нужна серебряная. Это довольно прикольно. Ну, я так на всякий случай попробовал. Так, это... Какой-то амбар, похоже. Так, подожди. Давайте все углы посмотрим. А, я здесь был? Хм. Понял. Окей. Здесь я тоже был. Окно? Нет, посмотреть нельзя, ну ладно. Зашторено. Так, у тебя вроде бы спрашивал, да? Да. Хожу кругами, извините. Я вроде бы просто везде был, я не могу взять в толк, куда идти-то. Так, вот это... Бочки, а вот это... наверное, бутылки, да? Бутылки вина, пива там. Всякого такого. Хм.
что здесь? Бармен? А, все, ясно. Ух, покоцанные такие, да? Нормально, суровая такая рожа. Так, ну, собственно, на этом будем заканчивать. Давайте прочтем. BG. Рад вас видеть снова. Это казалось, что вы посещали консайд. Так. С проверкой нацистов. Так, я думаю, стены строения особенно продержат их. Или вытеснят их. Фиг его знает. Так, ладно. Это поможет. А, типа стены помогут. Заявляет. Эти стены. Это поможет, но. Это не их особенность. Мы хотим выдержать. Если я правильно перевел. И село. И в селе знает. Что если это им не разрешит. Так. А, что если им не разрешат, то поселок будет сожжен. Так, не стена была помещена здесь. Стены были здесь помещены по различным причинам. Которые. Ого, там 4 страницы. Ну ладно, давайте. Попробуем. Так, ой, давайте я про себя почитаю, вы про себя, потому что это будет долго, правильно? На паузе. Хорошо. Так. О, забавно. В общем, давайте будем на этом заканчивать. Мне самое главное, что мне очень нравится то, что здесь идет борьба на открытой местности. Вот это прикольно. То есть не в закрытом помещении, в замке, да? Честно говоря, мне замок не очень нравится, а вот в открытой местности я очень даже рад поиграть. Вот, мне нравится, что здесь есть такие элементы квеста. Ну, хотя до квеста не дотягивает, но можно там поговорить, всякое такое. Потому что в виде просто стрелки мне было бы скучно в нее играть, честно говоря. То есть уже не тот уровень, да? Если раньше это было новизной, то сейчас это. В общем-то, ничего. Нечем удивить. А здесь удивили. Более того, довольно красивая так графика. И приятная палитра и всякое такое. Единственное, что управление может немного неудобное. Ну, а в целом, довольно, в общем-то, прикольно. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь. Всего хорошего. Пока-пока.